Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня здесь находятся мамы, папы и их дети ряда семей нашего поселка Рогово, который является самой удаленной точкой Новой Москвы. Зовут меня Мамонтова Надежда. Я жительница этого поселка и многодетная мама. Все здесь присутствующие, еще около 100 семей, являются членами кооператива «Роговский». Наш дом начал строиться еще в Подольском районе Московской области. И после перехода в Москву в 2012 году, преодолевая огромные трудности, он был достроен в 2018 году. Мосгорстройнадзор выдал документ о завершении строительства, но на протяжении уже 2 лет наш дом не может получить разрешение на ввод в эксплуатацию, а мы с детьми не можем заселиться в уже готовое жилье. Несмотря на поддержку префектуры ТИНАО и местной администрации, Москомстройнадзор, строя бюрократические препоны, дает на подаваемые нашим ЖСК заявки отказы. Таких отказов мы получили уже 10. Получается, что дом полностью готов, мы оплачиваем коммунальные услуги, а въехать в свои квартиры не можем. Многие из нас вынуждены снимать жилье, выплачивать ипотеку или ютиться в стесненных условиях в старом, подчас непригодном жилище. Владимир Владимирович, помогите нам и нашим детям въехать в уже построенные и готовые наши квартиры. Мы ждем уже 8 лет и находимся в отчаянном положении. Вот готовые дома, а жить нам в них не дают.